В этой колоде есть очень много тузов, допустим, королей и так далее. А сейчас мы найдем каким-то образом туза. Можно просто перетасовать немножко карты, и сверху всегда будет находиться туз. Да. Проверьте, он обычный? Правильно? Обычный. Да. На самом деле он слегка необычный, потому что всегда находится здесь и второй туз, это туз червей. Так его гораздо проще найти. А возьмите, пожалуйста, невидимую карту. Покажите ее всем. Это невидимая карта. Это невидимая карта. Вы ее видите? Нет. Не видите, супер, хорошо. Итак, просто возьму и забираю у вас невидимую карту. И это туз крести, разумеется. А, и последний туз, его гораздо тяжелее найти. А, покажите, это три туза. То есть посмотрите по сторонам. И вся колода самая обычная. Итак, три туза. Туз черви, туз крести и туз пик. Я просто возьму немножко вот таким вот образом эти карты, немножко встряхну, и здесь появляется один туз, который немножко перевернутый. Вот так. Это не фокус, это я просто нашел тузы. А, итак, сейчас прошу вас. Я просто возьму сейчас, пока что отложу тузы, и ваша задача выбирать любую карту, которую захотите. Я забыла туз. Тут время пропадает из вашего кошелька и со счета. Покажите все. Покажите ее все. Запомнили? Видите, прямо вот сюда. Я просто накрываю так, чтобы вам было видно, что здесь находится именно ваша карта. Я даже тасовать колоду не буду, я просто немножко отложу. Потасовать? Давайте сделаем так. Как раз. Карта в карту. И сейчас самое главное, это наши тузы. Смотрите. Раз, два, три, четыре туза. Если просто немножко щелкнуть и перевернуть их вот так, да, здесь находится уже три туза. И один туз перелетает прямо наверх этой колоды. Как вы думаете, что это за туз? Это туз пика. Просто, если продемонстрировать, здесь находятся все четыре туза. Раз, два, три, четыре. Назовите любой туз, пожалуйста. Пик. Пик. И, пожалуйста, любой. Туз крести. Два туза мы убираем, остается черва. Убирайте любой туз. Буба. Убираем также. Три туза убрали, последний остался. Я просто возьму его вот таким вот образом и держите крепко. Он исчезает. И раз, два, три. Переворачивайте сами верхнюю карту. Именно туз червей. На самом деле, если туза червей, вот таким вот образом, я кладу прямо на... Давайте вот эту ручку поставьте. Да, туз червей. С двух сторон его показываю, кладу прямо вот сюда. Три туза находятся прямо здесь, и туз червей у вас. Переворачивайте туза червей. Именно ваша карта. Ее гораздо проще так находить. А самое главное, что в этой, конечно, на самом деле, в этой колоде очень много шестерок, я вам продемонстрирую. Одна шестерка находится здесь. Если к ней, допустим, притронуться, еще одна шестерка появляется. Все нормально, да? То есть ничего такого. А, я думаю, что сейчас здесь находится еще одна шестерка. Я кладу ее прямо вот сюда. Здесь находится, в принципе, еще одна шестерка прямо здесь. Но мы кладем еще одну шестерку, правильно? Нет, это туз, конечно. Просто если я проведу немножко вот так, это будет шестерка. А сколько шестерок, как вы думаете? Пока четыре. Четыре, правильно. Один, два, три. Разумеется, четыре. Нет, здесь один, два, три, четыре туза. Шестерки нет. На самом деле, если здесь находится раз, два, три, четыре туза, вы это заметили, правильно? Как вы думаете, где же находится ваша? Как вы думаете? На самом деле, у меня именно здесь находилось все это время четыре туза. А тут была всего лишь одна карта, которую вы и заметили, именно шестерка крестиков. Ничего больше.